Несколько дней назад мы собирались в мэрии о том, чтобы поговорить о деревьях. И посмотрите, что опять творится. Александр Михайлович Сапожников смотрел нам в глаза, говорил, что он любит наш город, что мы должны сохранять деревья. Мы говорили о горсвете, мы говорили о дорожниках, мы говорили о рекламщиках. Сегодня у нас 15 июля. В то время, когда стоит ужасная жара, и в это время твари, сволочи, по порубочному билету, выданному мэрией, отвечает за все это Сапожников. Эти деревья приговорены, они погибнут. Наша улица Островского одна из самых плохих улиц. Здесь на некоторых участках никогда в жизни даже асфальта не было. Нас единственное, что спасало, что у нас были нормальные деревья, но он их приговорил. Это просто настоящее убийство в такую жару вот так вот уродовать деревья. Это просто твари, нелюди и скоты могут это делать. Александр Михайлович, я презираю вас. Вы не имеете права дальше руководить нашим городом. Это могут делать только конченые отмороженные сволочи.